Здорово. Здорово. Он ливал в гильдии Тафик. Еще помню, это был магик. Да, не магик, а был Грулин. Его взял на обратный Элрей. Я взял, хуй его знает, кто это, блядь. Меня еще, походу, тогда не было. Тебя не было, это было очень давно. Ну, блядь, 262-й Фрост. Типа, с Во-первых, чешкой. нихуя не ДПСил, во-вторых, он нихуя не слушался. Поэтому ревнулся. Даже меньше, возможно. Ну, хули, он пристал возле испытания крестоносца. Возьми да возьми. Говорю, ну ладно, хер с тобой, давай. А за куда-то место есть? Джурада. Ну вот, кикни. Кикни зашел. Пуга, бери его, Джураду, и все. Фуррейд. Какого пуга? 32-я пати. Теркут. Злиновый, это кто? Я тут. Вазелиновый, кто-то что-то это пронес. А мы куда? 25 обычку Джурада. Ну, Джурада. 25-ка обычка. И там стоит расписание в календаре. Я пятая пати суману. У нас 4Т5БМ. Хант, у тебя пэт не дохнет от боссов? БМ очень-очень толстые мобы и очень живучие. 30к или 35к у пэта обычно, но его обычно не хилят. Одна из причин, почему я не играю хантом. Это нужно тогда хилам гпшечку лупить сразу со старта и все. Это я так, это я когда демоном бегал, мне тоже хилы моего пэта не хилили, блять. Канал здоровья прожимал, чтобы, блять, не сдох в демоне без пэта, это вообще издевательство. У меня пэта просто не отображается, например. Ну тогда за это вообще пиздец, нужно ГП лупить. Заходишь в настройки Discord, ой, в Discord этого хелбота или там Вуду, чем хи. Здравствуйте, я немножко опоздал.
Привет. Интересно. Паладин. Бонг-бонда. Скажите сразу, что мне раздавать, пожалуйста, чтобы я не косячил, не хочу ГП. Ну кто-то каски и прото уже бафнули. Я каски бафнул. Тринки смени. Паладин. Он, походу, даже пошел на этого. На медведя, чтобы кикнуть. Раздавак, ты запарил? Тут вон этот мост по рейду. За свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Арташ, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордрин. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сохранить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасному мучению. Никогда! Я никогда не буду служить тебе!
конце концов, все вы будете служить мне. У него 16 секунд еще. Но у меня отображается на полу. Ты, наверное, смотришь на Элрея, а не на РЛ. А, ну сейчас вообще такого ни у кого нету. Сейчас Ариал-то. Там что раздавалка хрена человек. Это ты за Вара и ты за ДК? Два человека на серве, это раздавака и мастеров, который разбивает косты, блядь, демонов. Тебя раздавака и этот с этого трэша спита. Я не знаю, как ты, блять, это сбиваешь на эти, блять, на личе, блять, успеваешь. Это ебан. Я ДКшкой тоже сбиваю уже там изи. Понял я, блять. А я, блять, ни разу попасть не могу, сука. Мастер воспитал. Я думаю, что я просто тормоз. Шредер. Шайпер. Молчи, партизан. Если бы приходил на АП, то был уже. Не, ну блядь, могу послать работу нахуй, но прийти на РТ, блядь. Сори. Как понял, жизнь работу бросил. Не достаю. А кот кому-то нужна? Нет. Мне нужна. Значит, пароль. Вот смотри, мне осталось еще около 20 душ. Возможно сделать квест на профе. 23 души осталось. Ну, если умеешь делать, то делай как никто не. Так и не начавшись. Да что? Хорошо. Да маг. Лет. А где Варна? Поставьте шкаф. Пацаны. Привет. Дайте шкаф. Какие такие локи? А как спетов магов выключить? Ну, чтобы их не хилить.
Там можно убрать в глубокий пет. А как? Можно полностью петов убрать. Зайди в шкуры исцеления. Откуда у нее девелира уже, блядь, 4 куска надо? У нас нету на хосту, да? Нет. Раздавака. Есть энк ведь. А кулаки у нас кто не бахает? Кулак бафнутый у меня висит. Ну пусть варпает ключи, ты чё паритесь? Сука, кулак бафнули по вар. Попёрли уже, чувак. Ладно, пацаны. Вообще не пофиг. Другую Вы это вместе в фрейме ставите танки. Что-то у вас это одного бьет, другого не бьет. Потому что мастер сорвал. Че я не сорвал? Мне Кливом убил, то сорвал. Я сорвал агро, турбо виноват. Нет. Я даже не заметил. Я попросил, а хуй нам обвисали. А ну вот. Нет, не еще жив. Мастера пофиг. А ты чё не бьёшь-то? Может, кто-то вайпаться любит. Боешечка. Ага, килфрот, сука, зашли в ханту в конце. Наваров, конечно, не круто, да? Наваров опять давно. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепых... А у нас ПГП сейчас или нет? Я просто на кота взял третий спек. А, вон кого-то он берет. Ну просто, если вообще никто не ролил, я на третий спек просто взял. Не бьют ведь помощника, да? Посмотрите на свои руки. А это отринки паролы? Кожа,
кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Не знаю, о чем. К помощнику это к этому ученику подошли. Нет, это помощник в рейдис. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Это поверно? А, турбо в простенке, нахуй. Угу. Турбо по угарах решил. Да, выше. Просто фапнули. Да? Прикольно. Не очень. Почему не очень, если они сравнят? Я ДКшка не держал еще, как там интересно. На БГ будут рубить, а то всех. На БГ не работает опять. Я думал, просто апнули, в смысле, класс, а там 5 класс апнули. Помощника отвидь. Дивейд мод. Видал мастер скилл, я ему каз сбил. Видал, видал. Получасовой каст. Турбо бессердечный. Луча, да. Только на драшу видит. Я не удивлюсь, что есть такой топор какой-нибудь. Мне нравится, в Зулдраке моб ходит Трым, сокрушитель надежд. Это в ЗСе есть моб под ником Бранденш. Может, ты перестанешь нести эту хуйню? Я тебя уже трижды в мут кидаю, блядь, и каждый раз думаю, ну, бля, может, он перестал. Ну, может, все-таки случится это, блядь. А, то это можем устроить, это недолго, чё. Тропа ничего. О, фук, вот сайбер. Пиздец, вот это, слышишь, что это получается, мы по осколки отдаем, что ли? А давайте в хэдрэдер. Чё, говорит, хэдрэдер, чё, не понулся, не понулся, не понулся, не Ха.
А чё, квесты сложные, блядь, для них скилл нужен какой-то, блядь. Как ты Шреддер даже сделал, блядь, я думаю сказать. Кулак, блядь. Баф тут нету. Баф можно, блядь. Какой баф? Начальник, справа. Дайте кулак варам, блядь. Я постою под его, да. Трэш, вышь. Уже двое не выбежало. Мобах спил. Блядь, сзади моба мелики. Мелики, мелики, смотрите сзади. И танки не бьют, блядь. Контроль турбо, он убьет всех. Вот, ты ж понимаешь, что когда тебя в контроль возьмут, он то тебе то точно. Они, блядь, в дверь начнут духов ловить. По твоей тактике, блядь. Забери начальников, случайно я снял.
Мурадин ждет вас на борту Усмирителя Небес. На Хапала пойдет или нет? Нет. Нет. Если у тебя говно шмот, то пойдет никому. У меня говно шмот на Хапала. Похуй, если там есть. Если никому в рейде не нужен. Там есть красная. Турбо, пожалуйста. Посиди. Да, третий спект без ЕПН. Конечно. Одно только с ГП. Ну, сундук уже стоит. Что тебе нужно? Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом! А все собрали штуку, что-то я смотрю, никто не прыгает. Пушках уже стоят те, кто садится. Четыре чела стоит, все. Вы видите? Что это там? Должны болтаться пойти. Да, начальник, давай я полетаю. Без разницы, в принципе, как хочешь. Ты этого не бей, чувака. Мишка. Он стакает, стакается. Если его не бить, можно один раз ударил и стоишь, смотришь на него. Он не будет стакаться, можно вообще все время там стоять. Весь бой. Ну, на нем усиление, на этом Мародина. А ну сейчас прыгнет. Ну, если ты его ударяешь, у него стак появляется. Чем ты не бьешь, тем больше стаков. Я в прошлый раз танчивал, мне я вообще стоял там весь бой. Даже не уходил. Вози посидим и еще оружейника. Только я подлагал. Готов, ты прыгнул. Убейте мага и сразу обратно.
Я по дальним стреляю. Что? Уходи уже, блядь, прыгай, как только маг прыгай на остальных пол. Тебе должно быть похуй, блядь. Ты не должен ждать до последнего. Убили мага, все, прыгай. Что ли зайти на это? Да может более какой-то. Мастер, прыгай. Хотя бы с обычки. Я с гера забрать не могу, вы вечно другим отдаете. Говорит, зачем тебе? У меня до сих пор вышли воли, я домой. Гере два раза падала, и я ее. Просто не мог забрать. Ну, у тебя же мейн танк. Ты же танк. Вот, у тебя вообще мейн маг. Ну, в натуре, блядь. Да, да. Вообще, твинку отдавай, пиню. Такое себе. Я уйду, блядь. Я сейчас смеялся, если бы дал выступил, он не так честно говорит. Я вон так раз. Дальше когда пил, да не, не добьется. Тут только заморозка. Где заморозка, кто-то уйдет. Волзик, помянем. До свидания, милый друг. Помянем, блядь. Не открывайте, да. Впервые. Отдай скату, пуш. Сумоньте, я без боя. Как ты выжил? Ты в бою. Все уже. А, молодец. Сейчас, друзья. Ну, бля, сейчас будем письками мериться, да? Я точно, точно забыл сказать. О, топовый. Вообще просто топчик. Круто. Полный перчатка. Холюка я забрал. Да, чтобы не промазал, да, я понял. Вообще, да. Какие именно твини, начальник? Говорит, они. Чё, дай мне голову на хила. Три ни на кого, ДД, танка, хила, блять, хуй вас поймешь, что у вас. Если в башне поеби. Если с головы нахуй падает, блять, ну нормальные, потому что кап защита набираешь, парирование нахуй. Дайте приста баф, пожалуйста, друид. Doctor!
Разбегайтесь! Герои, будьте начеку! Блять, только что... Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича! Или больше. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец! Что тебе вы на танке брюль стоит? Я сильнее и могущественнее, чем ты. Мы назвали его Дранор. Ухуни, один я лох. Наорочим это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда... Биг Бумбер, ты знаешь, что такое Длань Спасения? Я пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался. Да, знаю, Боб. Нет, не Боб, нахуй. Сегодня... В детстве два круто это снятие, блядь. Жалкий старик. Длань Спасения, это, блядь, уезжает. Хотите узнать? Сколь могущественно по имя короля меча. Да. Шо, блять, наркоман? Я убил 12. Да мастера за... Ты не захитишь. Начальник, забери. Ой, тебя чё, Шреддер укусил? А где ДПС? Чего вкушают? Фунт 21 казым, мастер 18.5, раздавака 18, раздавака поднял хороший. 2.4, 2.5. Ну да, да, 2.5, хороший. 8.7, короче, 9% серебродов. У нас грамми меньше ДПС, ты чё, ебанулся, блядь, плеча убивать. Сколок. Боешь. Слышь, что рыба, есть смысл вообще кастовать ледников? А самый маленький ДПС? В смысле кастовать ледниковый луч? Или он...
Он у тебя, ты можешь кастовать, когда он прожимается. Типа, прожимается по стакам. 10 стаков набираешь от ледяных пальцев и заморозки мозгов, то есть моментального каста. Стрелы ледяного огня. Юзаешь глубокую заморозку, из тебя вылетает, как из шамана, шипы 10 штук. На тебя вешается за каждый шип один стак, то бишь 10 стак. Потом... Нет, мне не поможет ПС. Тут, не знаю, тут... У него постоянный урон у Фроста. То есть от СПД не скалируется, из-за этого просто не работает. Смысла этого нет. Ну, зато я не умираю. Слышишь, ну тебе... Я что-то так понимаю. Чё тебе? Хостав хосту нужно. Да, да. 1800 хостыков. Сорок семь, по-моему, получается, или 45. А, 40. А, не 50, а 47, да, получается. Потому что потом, после это, 1600 уже начинает хаста падать в процентном соотношении. На 75% или на 50%. А где квест? Что за квест? Синдра. Синдра. А вы этот лучше, это к ледяному, что ли? Какая-то хуйня, мне аддоны багают.